наша новая подруга. Чудесное утро. А вот и маленький автобус. Привет, Хана! Ребята, привет! О, а что это? А, это смарт-пад. Он показывает мне ваше состояние и знает все маршруты. А еще я могу вам по нему позвонить. Здорово! Как здорово! О? А? Это же... Я так хотела посмотреть этот мюзикл. Он будет завтра. Что же мне делать? В чем проблема? А? Возьми и сходи. Да, да ты что-то много работаешь. Но я не могу оставить мастерскую. Да, но это всего на один день. Да, да, но... Ладно, завтра беру выходной. Это автосалон. Здесь машины находят свою семью. Уже скоро. Я волнуюсь. Машинку по имени Харт только сегодня выпустили с завода. И ей тоже хочется найти семью. Интересно, кто меня выберет? Тебя выберет большая семья. В тебе столько места. Правда? А ты внедорожник подойдешь для того, кто любит путешествовать. Верно. А тебя выберет кто-нибудь молодой и красивый. Как вы думаете, кто может выбрать меня? Верно. Да, я некрасивая и совсем ничего не умею. Ух ты, и мы выберем себе машину. Машину. Да, надеюсь, и мы найдем. Ой, они уже здесь. Пришли. Они идут сюда. Мам, может, вот эту? У тебя всего два сиденья? Да? А нам нужно много мест. Дорогая, в этот микроавтобус поместится вся наша семья. Ух ты, тогда нам подходит. Станешь нашей машиной. А как же? Ничего себе. А ты сильный. Пойдешь со мной? По-моему, ты нам подходишь. Ну вот. Поехали. Вперед! Осталась я одна. О, тебе будет удобно ездить одной. Но цвет не тот. Была бы ты другого цвета. В тот день Харт так никто и не выбрал. Я хочу найти свою семью. На следующий день Хана поехала смотреть мюзикл. Ух ты! Ты красавица! Да, спасибо. Я уже пойду. Если что-нибудь случится, звони. Хорошо, до встречи! Еще есть. Пройдусь-ка по магазинам. Никто не приходит. Поеду-ка я покатаюсь. Снаружи гораздо веселее. Здорово! Первый раз катаюсь в городе. Эй, ты что тут устроила? Ой, извините. Ты чего тут встала? Простите. Что же делать? Сверну-ка я туда. Берегись! Ты едешь не с той стороны. Здесь движение только туда. Смотри. Простите, я не знала. Ой-ой! Что же делать? Что? Эй, что случилось? Я поехала не в ту сторону. Вот как. Ну ничего, я помогу. Большое спасибо. Пожалуйста. Ух ты, она красивая. А какой чудесный розовый цвет. Ну
но цвет не тот. Вот бы и мне перекраситься в розовый. О, мюзикл начинается. Мне уже пора. Пока. А я так хотела с ней пообщаться. Приключения Кайо! Ух ты! Было так здорово! Хорошо, что я решила пойти. А теперь домой. О? Как странно. Там вроде кто-то был. Так это ты? Я тебя уже видела. Что ты тут делаешь? Ты была так добра со мной. Вот я за тобой и поехала. Вот как? Ну, давай знакомиться. Я Хана. А меня зовут Харт. Красивое имя. И где же ты живешь, Харт? У меня пока еще нет дома. Меня так никто и не выбрал. Понятно. О! Хана, это Тайо. Тайо? В чем дело? У меня лопнуло колесо. Я не могу ехать. Не бойся, жди там. Что произошло? Извини, у меня срочное дело. Алло? Кто-то? Тайо попал в беду. Поможешь ему? Что? Ты сейчас где? Слишком далеко. Я поеду сама. Сначала надо купить колесо. Такси! Я спешу. Довезешь меня до моста? Но ко мне в багажник такое колесо не поместится. Правда? Мне жаль. Что делать? Я так спешу. Хана? А? У меня нет задних сидений, так что багажник большой. Ух ты! Можно я тебе помогу? Конечно. Большое спасибо. Ты меня выручила. Тут пробка. Ага. Надо найти другой маршрут. Ищу пути объезда. Отлично. А? Низкий заряд. О, нет! Погас! Что же мне делать? Хана? Да? Рядом с рулем есть разъем. Рядом с рулем? Посмотрим. Маршрут построен. Здорово! Вот это да! Поехали! Ух ты! Харт, ты точно первый раз в городе? Ты так быстро едешь? Я просто делаю то, что говорит компьютер. Я умею считывать его мысли. Ух ты! Превосходно! Благодаря помощи Харт, Хане удается поменять колесо. Так Хана автомеханик? Надо же, она даже не боится испачкать свою красивую одежду. Готова? Спасибо, Хана. Да не за что, это все Харт. Без нее я не смогла бы привезти колесо. Спасибо большое. Спасибо тебе, Харт. Да не за что. Что это у тебя? Это я тогда немного поцарапалась. Знаешь, тебя можно покрасить. Поехали в мастерскую. Правда? Можно? Конечно. Тогда я хочу покраситься в другой цвет. Вот, готово. Ты просто красавица. Правда? Я ведь хотела быть как ты. Вот и выбрала цвет твоей кофточки. Правда?
Конечно! Хана сегодня красивая! Да, не то, что обычно! Что? И как я обычно выгляжу? Ну вот, теперь мне придется уехать. Скажи, Харт. Да. Ты ведь ищешь семью, да? А ты не хотела бы остаться здесь, с нами? Правда? Мне так нужна машина, которая помогала бы мне в экстренных ситуациях. Но я такая маленькая, и я совсем ничего не умею. Да ты что? Ты же нам так помогла. О, Хана. Ну так что, ты согласна? Да, конечно. Мы так тебе рады. Итак, Харт все-таки нашла свою семью. Мы все тебе рады, Харт. Цирк машин тяжеловесов. На улице собрались люди. Что же происходит? Внимание, внимание! Приглашаю всех в цирк! Возьмите, пожалуйста, листовку. Почему тут столько людей? Даю! Мы знакомы? Это я, волшебник Джои! Чудесно. А то мне в этом гриме было так жарко. Но для чего ты оделся клоуном? О, на следующей неделе я выступаю с цирком машин. Я его рекламирую. Та-да! Чудо-цирк Джоуи! Ух ты! Цирк Джоуи! Красота! Будет интересно. Приходи! Да, обязательно. Ладно. Мне уже пора. Удачи! Спасибо! Ну все, пора работать. А? Алло? Директор цирка, привет! Что? Артист получил травму? И когда он сможет приехать? Что? Через месяц? О нет, что же делать? Я уже всем рассказал! А теперь перерыв. Ладно. Надоело мне все время работать. Может, поиграем? Поиграем? А если так? Я тоже хочу. Ну вот. Все решат, что я обманщик. Смотрите, что я обманщик. Что там за шутка? Здорово! Привет! Волшебник Джоуи? Зачем ты здесь? Ребята, хотите выступать в цирке? О чем ты говоришь? У вас большой талант. Сделаем отличное представление. У нас талант? Правда? Соглашайтесь, будет весело. Звучит неплохо. Ну что, попробуем? Что скажете? Мы готовы. Отлично. Завтра начинаем репетиции. Хорошо. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. О, привет. О, Тайо. Куда это вы направляетесь так рано? Скажу тебе по секрету. Мы собираемся выступать в цирке. Выступать? Ух ты! В цирке у Джоуи? Да, именно там. Он говорит, у нас талант. Ух ты, здорово! Мы с друзьями придем. Мы не разочаруем. Ну что, все здесь? Давайте распределим роли. Первый номер бок. Ты будешь на турнике. Билли будет жонглировать. Крис будет крутить предметы. А Макс будет прыгать в кольцо. Вот это будет весело. Значит, я на турнике? Так, теперь крутись. Ладно. Не вышло. Моя очередь. Отлично. Так, добавим еще мячей. Давайте.
Простите. Это ничего. Надо просто потренироваться. А теперь за работу! Хорошо! Ребята, вы знаете, строительные машины будут выступать в цирке. В цирке? Не может быть! Как они могут там выступать? Вы что, не знали? Джоуи сам их пригласил, потому что у них талант. Надо будет сходить. Да, пойдем все вместе. Да! Наверное, немного репетируют. Я устал. Продолжайте, у нас мало времени. Ну, хотя бы маленький перерыв. Ладно, отдохните и снова за работу. Я пока пойду на улицу. Хорошо! Джоуи такой строгий. Каждый день репетиции. Да, никакого веселья. Может, устроим выходной? Да. Джоуи все равно пока нет. Да. И строительные машины не репетировали целый день. Приключения Тайо. До представления осталось несколько дней. Ребята, сегодня у нас будет генеральная репетиция. Ладно? Без проблем. Сначала номер Поко. Хорошо. Здорово! Вперед! Кошмар. Теперь уже будем с огнем. Ладно. В чем дело? Там же горячо. Что? Как ты будешь выступать? Да, ты же боишься. Что? Вы тоже не смогли. Это правда. Хватит. Через 2 дня представление. Да просто... Это оказалось трудно. Вы мало тренировались. Но это так утомительно. Ты об этом не предупреждал. Что? На выступлении все должно быть идеально! Ты нам обещал, что будет весело! Да, я так больше не могу! Да! Поехали отсюда! Поехали! Поехали. Стойте! Ну что ж такое? Только время потеряли. Да уж. Привет! Вы будете в цирке? Я жду, не дождусь. Наверное, будет много трюков. Вы же силачи. Ну, разумеется. Ух ты, вы такие потрясающие. Мы придем. Удачи! 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 А почему мы не сказали, что не выступаем? Да просто они так этого ждут. Да. Я был с ними строг. Я от них слишком много требовал. Надо было быть помягче. Придется отменить представление. Джоуи! А? Это вы? Вы вернулись? Но мы... Прости нас! Мы хотим выступать. Мы будем очень стараться. Что? Знаешь, мы по дороге встретили друзей. Мы не хотим их разочаровывать. Ребята,
Что ж, тогда давайте репетировать. Да, да. Так, теперь я. Наконец настал день представления. Скорей бы уже! Смотрите! Дамы и господа, добро пожаловать в Чудо-цирк! На арене машины тяжеловесы! Абракадабра! Раз, два, три, четыре! Цирк машин тяжеловеса! Спасибо! Без вас ничего бы не вышло. О чем это вы? Знаете, мы вообще-то хотели уйти из цирка. Но вы в нас верили, и мы вернулись. А, ясно! Молодцы! Не хотите поехать со мной в гастрольное турне? Что? Ну уж нет! Строительные машины смогли хорошо выступить, потому что любят своих друзей. Желание Треми. Треми высаживает пассажиров на остановке. Хорошего вам дня. Спасибо, Треми. Пока. О, на сегодня закончила. Пора разворачиваться. На что похож угловатый автобус? Ведь он же так похож на мягкий угол. Привет, Треми! Привет! Ты же возвращаешься с работы? Ага. А что за песенку вы напевали? Мы эту песню сегодня в школе выучили. Ух ты! Вы разучиваете песенки в школе? Да, это так весело! Что делала на выходных, Треми? Я все выходные работала. О, правда? А я катался по речке на корабле. Надо же! Весело, наверное. Ладно, мы поехали. Пока! Пока. Здорово им. Они могут развлекаться вместе. А я каждый день езжу по одним и тем же рельсам. В тот вечер Треми никак не могла уснуть. Ты чего, Треми? Что-то случилось? Я завидую своим друзьям-машинам. Завидуешь? Да. Они могут ездить, куда захотят. Я тоже хочу кататься по разным местам. Понятно. Треми, ты не хочешь послушать про созвездия? Про созвездия? Да, почему бы нет? Есть множество созвездий, которые похожи на животных. Вот бык, орел, скорпион и даже лев. Ух ты, как же красиво! А неподалеку созвездия Большая и Малая Медведица. Треми сладко засыпает под рассказ Ская. На следующий день Треми вновь поехала на работу. Хорошего вам дня! Ох, надо же, что же мне делать? У вас что-то случилось? Мою любимую шляпу сдуло ветром. А потом ее схватила кошка и убежала с ней на гору. Дорог там нет, поэтому я не могу туда подняться. Я съезжу за ней для вас. Ты правда поможешь? Конечно! Кисонька! Киса! Где же ты? А вот и шляпа. Она что, двигается сама?
Привет, киса! Мяу! Хорошая киса, может, ты отдашь мне шляпку? Бабушка за нее переживает. Мяу! 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 Спасибочки! Мяу! Бабуль, вот ваша шляпа. О, спасибо, Трэмми. Алли-оп. Что? Ага. А? Ух ты, а как вы это сделали? Я Люси, машина-волшебница. Волшебница? Да. Раз ты нашла мою шляпу, я исполню твое желание. Можешь пожелать что угодно. Что угодно? Я желаю... Я желаю ездить по дорогам, как машина. Как машина? Да, я хочу ездить по дорогам, чтобы можно было отправиться куда угодно. Хорошо, это не проблема. Правда? Ну что же, Алле... Оп! Люси? Где я? Почему я здесь? У меня колеса, как у машины. Мое желание исполнилось. Трэмми! Ребята, гляньте сюда. Ну, колеса и что? Ну, колеса... Нам надо спешить в школу, Трэмми. Да, иначе мы опоздаем. В школу? Я поеду в школу? Да, конечно. Чему ты так удивляешься? Скорее! Тайо, маленький автобус. Ребята... Давайте сегодня снова попоем. Да, учитель! На что похож угловатый автобус? Ведь он же так похож на мягкий вкусный хлеб. На что похож этот длинный поезд? Ведь он же так похож. Даже не верится, что я правда в школе. После уроков Трэмми поехала веселиться с друзьями. Ух ты! Так вот какая река! Она такая большая, а корабль такой красивый! А, начинается! Я рада, что я стала автобусом. Ребята, мне нужно в ту сторону. Что? Куда ты собралась? Наша стоянка в той стороне. Наша стоянка? Да, в ту сторону будет гора. А, точно. Трэмми вернулась на стоянку с нашими друзьями и готовится ко сну. Ребята, классный же сегодня был салют, да? Я никогда ничего красивее не видела. Да. Я пойду спать. Да, тоже. Спокойной ночи. И тебе. Значит, мне теперь придется спать здесь? Могу уснуть. Сейчас бы послушать рассказы Ская про разные созвездия. Трэмми, есть множество созвездий, которые похожи на животных. Вот бык, орел, скорпион и даже лев. Ух ты, как же красиво! Интересно, как там Скай? Точно, я поеду и навещу его. Почему дорога перекрыта?
могу протиснуться здесь. Скай! Кто ты? Это я, Тремми. Тремми? Первый раз слышу. Похоже, что Скай меня не помнит. Но разве ты не управляешь трамваями? Трамваями? Когда-то управлял. Но это было так давно, что я уже и не помню. Ладно, малышка, поезжай-ка домой. Домой? Да, уже поздно. Тебе пора. Ладно. Скай. Мой дом там, где живет Скай. Тремми? Люси! Почему ты плачешь? Тебе не нравится быть автобусом? Нет. Здорово, конечно, что теперь я могу ездить, куда захочу. Но Скай меня больше не узнает, и мне от этого так грустно. Вот как. Поняла. Хочешь, чтобы все стало как прежде? Да. Я хочу быть обычным трамваем и жить со Скаем. Но тогда ты не сможешь ездить, куда хочешь. Ты не пожалеешь? Не пожалею. Ладно, тогда я верну все, как было. Алле-оп! Тремми! Пора вставать. Я стала такой, как раньше! Скай, ты же меня узнаешь? О чем ты говоришь? Конечно, узнаю. Как же я рада, что вернулась! Вот это здорово! Что с ней? Странно все это. Тремми, Скай! Привет! Привет! О, это руки Пэт. Как дела? У меня для вас отличные новости, друзья. С этого дня у нас будут новые трамвайные маршруты. Теперь Тремми сможет ездить по всему городу. Что, правда? Да, Скай уже давненько об этом просил. И сегодня открыли новый маршрут. Скай просил? О, да, ты же так хотела везде побывать. Скай, спасибо тебе. Работа теперь будет больше. Ты справишься? Да, без проблем. Я уже и так хорошо знаю город. О, Скай, расскажешь мне еще разок про созвездие? Опять? Ладно, расскажу. Ура, как здорово! После случившегося Тремми была счастлива вернуться к Скаю. Спасибо, мисс Стич! Маленькие автобусы отправляются в школу. Кто-нибудь точно поскользнется. Именно. О, нет, я опаздываю. Вот и она. Прячься. Смотри-ка. Что мне делать? Лани, ты в порядке? Да, все хорошо. Наверное, кто-то пролил что-то на пол. На пол? Ой, это же машинное масло. Так весело. Говорил же. Спит, Шайн, это вы. Лани могла пораниться. Извините. Мы будем изучать различные формы колес. Лани была сегодня такая смешная, да? Не, скорее такая. Что? Что смешного, Роги? Посмотри на это. Что это? Поэтому, если вы посмотрите на картинку... Она такая... Мальчик, вы опять хулиганите? У меня нет выбора. Отвернитесь и стойте тихо. Хорошо. На этом уроки закончены. Ура! Ура! Наконец-то! Поехали играть! Спит, Шайн, вы никуда не уходите. Ладно. Почему? Это же вы испачкали коридор. Вам нужно его убрать. Хорошо.
Я так хочу играть. Ну, тогда нам нужно пошевеливаться. Как можно быстрее. Ушай! Откуда все эти пузырьки? Как здорово! Стой, Шайн! Чем вы занимаетесь? А мы просто убираемся. Да, точно. Ах вы, разбойники! Следующим утром Спид и Шайн выполняли поручение в качестве наказания. Зачем мы так рано встали? Я знал, что мисс Стич нас не любит. Точно. Вот так, все загружено. Ханна! Привет! Привет, Харт! Привет! Так, каждый может взять по одной. Ладно. Вы молодцы, раз помогаете учителю этим утром. Точно. Да, конечно. Мы же сильные и крутые. К тому же мы супер быстрые. Правда? Конечно, да. Увидимся. Пока-пока. Пока. Ну чего, приехали? Это так тяжело. Это ничто. Моя намного тяжелее. Ну нет, посмотри-ка на мою. Посмотри, как много. Ну, не очень-то. Что? Хватай! Нет. Что же нам делать? Я не знаю. Давай убираться отсюда. Спид! Стой! Руки и Пэт получили задание и отправились расчищать беспорядок. Сюда, пожалуйста. Двигайтесь правее, пожалуйста. Наконец-то закончили. Отличная работа, Руки. Руки, Пэт. Что происходит? Шины внезапно выкатились на дорогу, что привело к беспорядку. Шины? Эти шины похожи на те, которые должны были привезти Спид и Шайн. Так это Спид и Шайн натворили? Нет. Что же теперь делать? Может пойти и признаться? Нет, они разозлятся. Эти дети. Где сейчас Спид и Шайн? Я уверена, они не специально. Но... Я поговорю с ними и прослежу, чтобы они все поняли. Я верю в Спида и Шайна. Они балуются иногда, но они хорошие ребята. Тогда мы оставим это на тебя, Тич. Ладно, поехали. Спасибо, Руки, Пат. Мисс Тич. Ребята. Шины просто случайно выкатились на дорогу. Да, Шайн? Ага. Ладно, все ошибаются. Вы, наверное, испугались. Будьте осторожнее в следующий раз. Хорошо. Тайо! Маленький автобус! Я думал, она рассердится. Да. От нас же одни проблемы. Да, ты прав, но... И она все еще верит в нас. Спид? Давай не разочаруем ее. Мы всем докажем, что можем измениться. Измениться? Именно. Мы не будем шалить, а будем делать добрые дела. Хорошо, это должно быть несложно. Сделаем это! Да! Ребята, волшебник Джой навестит нас сегодня. У него много реквизита, и было бы здорово, если бы его кто-нибудь встретил. Мисс Стич, я поеду. Я. Вы? Да, предоставьте это нам. Мы будем быстрыми, как молния. От вас будут одни неприятности. Точно. Нельзя доверять Спиду и Шайну. Нет, в этот раз мы справимся, Тайо. Мисс Стич, не переживайте, мы справимся. Ладно. Надеюсь, у вас получится. Да! Спасибо! Спасибо!
Джоуи! Привет! Запрыгивай! А, все уже ждут. Правда? Тогда поспешим. Вот Местич обрадуется, когда мы справимся с заданием. Да, это точно! Скорее! Эй-эй! Нет! А ну-ка, постой! Не поймаешь! Стой! Не поймаешь! Не поймаешь! Не поймаешь! Может позвонить Руки и Пат? Да поезжайте, что там? Руки и Пат? У нас будут неприятности, если они узнают. Шайн, давай убежим сейчас. Спит! Что ты делаешь? Поехали! Нет! Спит, мы же обещали. Обещали? Ага, мы пообещали больше не подводить Местич. Я верю в Спида и Шайна. Ты прав, обещали. Давай все уберем. Да, давай уберем. Попался? Попался, попался, попался. Ну что же делать с моим реквизитом? Медленнее. Так, держитесь чуть-чуть левее. Медленнее, осторожно. Ух ты. Улица была расчищена благодаря Спиду и Шайну. А вы молодцы. Поехали. Ладно. Поехали, поехали. Почему их еще нет? Я хочу увидеть фокусы. Почему же так долго? Я так и знала. Я же говорил, не надо было отправлять Спида и Шайна. Ну, должен был ехать Великий Роги. Ребята, давайте подождем еще немного, хорошо? Ладно. Надеюсь, ничего не случилось. Местич! О! Мы вернулись! Всем привет! Ого! Это Джоуи! Почему же так долго? Кое-что случилось по пути. Но теперь все хорошо. Спит, Шайн! Что здесь делают Руки и Пат? Наверное, Спит и Шайн опять что-то натворили. Руки, Пат, я могу вам помочь? Так, на улицах был беспорядок. Опять? Это не... Но эти двое все отлично убрали. Правда? Именно. Они так упорно трудились, чтобы показать друзьям мое представление. Ага. Ясно. Я не могу поверить. А все благодаря вам, Местич. Вы верили в нас. О, Спит. Шайн. Когда мы постоянно дурачились. Спасибо, Местич. Не стоит. Я знала, что у вас получится. Это так трогательно. А теперь начнем представление. Шайн, где мой реквизит? Я оставил их на улице. Я скоро вернусь. Я еду с тобой. Ребята! Дети, не гоните так. Спит и Шайн изменились. Спасибо, миссис Стич. Таю едет в деревню. Ханна решила проведать машины в деревенском гараже. Спасибо за то, что доехали к нам. Не за что. Вам не сложно было добираться? Нет. У вас такие замечательные пейзажи. Рада слышать. Мне кажется, в деревне работать намного проще. Я даже вам завидую. Что? Ну, я имею в виду, что в городе работать сложнее. Нет, ты не прав. Работать здесь не так уж и легко. Не уверен, что это так. Хватит, ребят. Ку-ку, ты прав. Хорошо. Ку-ку, нужно будет заменить кое-какие детали. Хорошо. Но часть придется привезти из города. А как же моя работа? Кто-то должен тебя заменить.
У Тая получится. У меня? Почему нет? Ты же говорил, что здесь работать проще. Хорошо, я справлюсь. Увидимся. Хорошо, ты же знаешь маршрут? Да. Запомни, Тая. Ездить по деревне совсем не так, как по городу. Не переживай. Уверен, у меня получится. Но... Хорошо, всем пока. С ним все будет хорошо? Не знаю. Да все будет в порядке. Какой приятный ветерок. Ну и чего сложного работать в деревне? Это же так приятно. Остановка. Как вы? Неплохо, Ку-ку. А? Ты не Ку-ку. Нет, не он. Меня зовут Тайо. Ты сегодня какой-то синенький, Ку-ку. Я не Ку-ку. Меня зовут Тайо. Тайо. Хорошо, Ку-ку. Откуда ты? Из города неподалеку. Я подменяю Ку-ку до конца рабочего дня. Правда? Я прокачусь на городском автобусе. Хорошо, забирайтесь. Я отправляюсь. О, подожди. Что? Подожди немного. Там дедушка идет. А? Где? Не торопитесь. У нас много времени. О, нет. Я уже опаздываю. Чтобы успеть вовремя, нужно поторопиться. А? Что это? Бык? Что посреди дороги делает бык? Брысь, уходи! Ты не можешь просто взять и сесть? Брысь, что это за шум? Тайо! Нана! Что случилось? Этот бык перекрыл дорогу, и я не могу ехать. Правда? А это Муму! Его зовут Муму. Позови его по имени и попроси отойти. Что? Муму! Муму! Можешь отойти? Муму! Да ладно! Можешь проезжать. Спасибо. Увидимся, Тайо. Ладно. В городе со мной такого не было. Мы на месте. Спасибо. Хорошего вам дня. Спасибо. До свидания. Спасибо, Ку-ку. Я же говорил, я Тайо. Тайо, маленький автобус. Боже, неужели я закончил? Ку-ку. А? О, ты не Ку-ку. Я Тайо. Ку-ку нужно кое-что починить, поэтому я пока его заменяю. Правда? Если ты свободен, можешь помочь мне на ферме? Что? Но я же автобус. А, Ку-ку всегда меня выручал. Хорошо, я помогу. Что мне делать? Ку-ку! Нана! Да. Ты закончила на сегодня? Да, но я переживаю за Тайо. Почему? Он застрял на дороге из-за Муму. Хорошо, что больше никаких проблем у него не было. Так и знал. Видишь, он не справится так, как я. Вы хотите, чтобы я это перевез? Ты же можешь, правда? Да. Я почти добрался. А? Ты? Муму, да? Ты проголодался? Ты так хорошо кушаешь, Муму. Я устал. О, Тайо. А? Чем могу помочь? Извини, что прошу, но... Не мог бы ты ненадолго присмотреть за детьми? Что?
Мне нужно идти работать на поле. Куку мне всегда с ними помогает. Они воспитаны так, что хлопот не доставят. Ну, наверное. Пожалуйста, хватит! Ребята, осторожнее! Вы же можете упасть и пораниться! Подожди! Как здорово! Сюда! Я тоже хочу! И я! Эй, хватит! Вы все перепачкаетесь! Дайо! Что вы делаете? Давай в атаку! Стойте! Стойте! Ну вот, я грязный! Я думал, что в деревне работать будет проще, но это так выматывает. А теперь дождь пошел. Хочу вернуться в город. Я скучаю по друзьям, по работе в городе. Помогите! Что случилось, Муму? Это не Тайо? Тайо! Муму! Эй! Что случилось? Я застрял в грязи. Подожди немного, и я позову на помощь. Муму, останься с Тайо. Муму. Еще чуть-чуть. Давай, Муму. Да, еще чуть-чуть. Я рад, что с тобой все хорошо. О, нет. Из-за меня теперь вы все в грязи. Спасибо! Спасибо вам большое! Тебе спасибо за то, что присмотрел за детьми. И за помощь на ферме. И за поездку в уюте. Спасибо, Тайо. О, вы запомнили мое имя. Что ж, пора расходиться. Я вас всех подвезу. Нам уже пора. Мы все испачкались. Ничего, заходите. Ну и чего стоим? Хорошо. Хорошо. Спасибо, Тайо. Не за что. Осторожнее. Спасибо. Хорошо, пойдем. Отлично, поехали. Готово. Ну, теперь я могу работать. Да. Ну как, Тайо, работа в деревне не такая уж простая? Нет, ты прав. Это было тяжко. Видишь, не каждый может с этим справиться. Привет! Привет! Привет, ребята. Ого, меня не было всего день, а они уже так соскучились. Тайо! Тайо! Доброе! Ты вчера хорошо поработал. Пока не уехал, мы тебя помоем. Ух ты, серьезно? Я думала, они соскучатся по мне. Как же я? Никто по мне не скучал. Куку, ты что, ревнуешь? Конечно, нет. А вот и ревнуешь. Кажется, все полюбили Тайо. Куку, у тебя неприятности? Все пришли только к Тайо. Так нечестно! Но это неправда. Иди сюда, мы и тебя помоем, Куку. Работа в деревне останется для Тайо счастливым воспоминанием.
Секретная площадка Ситью. После работы маленькие автобусы поехали на детскую площадку. Давайте поиграем в прятки. Да. Хочу покататься на горке. Я первый. Я первый. О! Привет. Эй, ребята, приехали поиграть на площадку? Да. О, нет. Проезд закрыт. Проводится проверка безопасности. Нужно тщательно проверить, все ли там безопасно. И это надолго? Наверное, пару дней. Пару дней? А можно просто заехать на минутку? Нет, это слишком опасно. Ну ладно. Эй! Пэт, по-моему, ты был слишком строг с ними. О чем ты говоришь? Безопасность – это приоритет номер один. Хана? Привет, Ситья. О, а где дети? Они, наверное, веселятся на детской площадке. Мы вернулись! О? Почему вы так рано? Площадка закрыта на проверку. Правда? Наверное, она будет закрыта несколько дней. Да, нам туда нельзя. Что же теперь делать в свободное время? Спать, наверное. Они расстроились. Точно. У них небольшой выбор развлечений. А где ты играл, когда был маленьким? Тогда ведь не было площадки на парковке. Когда я был маленьким? О, секретная площадка. Секретная площадка? Да, она подойдет. Я сейчас вернусь. Эй, Ситью! Крис, налей-ка цемент прямо туда. Хорошо. Боко, нужно копать еще глубже. Хорошо. Макс, смешай песок с цементом. Понял. А я тут все почищу. Или? Ситью, все хорошо? Да, я хочу кое-что спросить. Да? Сейчас я только соберу этот песок. Билли, ты закончил? Ага. Что ты хотел спросить? Ты помнишь нашу секретную площадку? Там, где мы играли с Пэт? Конечно, помню. А что с ней? Я хочу показать ее маленьким автобусом. Поедешь с нами? Звучит здорово. Давай позовем Пэт. Конечно. Ситью и Билли спрашивают Пэта о секретной площадке. Ты помнишь нашу секретную площадку? Секретную площадку? Разве такое было? Да ладно. Ты что, не помнишь? Мы там часто играли, когда были маленькими. О, точно! Эй, ребята, давайте играть в прятки! Нет, Буба сказал, что играть около гаража опасно. Он прав, у нас будут проблемы. Нет, если нас не поймают. Да? Да, ловите меня! Эй, Пэт, стой! Ребята, нет! У-ху! Мы слишком медленные! Поймайте меня, если сможете! Притормози немного! Нет, это опасно! Ребята! Я же говорил, не носиться у гаража! О, нет! Это Буба! Бежи! Подожди меня! Вот негодяи! Я же говорил вам! Все равно было весело. О, это точно. Теперь нам нельзя играть даже у гаража. Куда же нам поехать? Может, спросим Мэтт? Он все знает. Отличная идея. Да. Вы хотите знать, где можно поиграть? Да, место, где можно играть. Где можно ездить быстро. Я слышал, есть место на горе. На горе? Но там всегда такая толпа. Нет, там есть открытое место рядом с пешеходной улицей. Ух ты! Давайте посмотрим на него. Спасибо, Мэтт! Подожди! Пока, Мэтт! Да, пока. О, я вспомнил! Это место, про которое рассказал Мэтт. Маленьким автобусом теперь негде играть. Давай покажем им площадку.
Хорошо. Там же маленькие автобусы могут безопасно играть. Ого, я так рад! Эй, Пэр, подожди нас! Сетью Пэт и Билли ищут свою старую секретную площадку, вспоминая свои детские истории. Детям точно понравится. Конечно. Помнишь, как было весело? Тебе она нравилась больше всех. Это точно. Сюда. Точно! Я уверен, что вход был где-то здесь. Это точно здесь? Он сказал, что где-то здесь. Давайте вернемся. Тут так страшно. Билли, ты в порядке? Да, я в порядке. Поехали туда. Ладно. Билли! Ребята! А? Посмотрите сюда! Ух ты! Мы нашли вход только потому, что Билли упал. Точно. Этого я не помню. Билли! Кажется, Билли снова нашел вход. Поехали. Хорошо. Тайо, маленький автобус. Билли. Что случилось? Все, что мы установили раньше, теперь разрушено. Я не думал, что все так сильно изменится. Раньше все было по-другому. Выглядит здорово! Место классное! Давайте сделаем из него площадку! Да! Сделаем трамплин! А как же мои любимые конусы? Здорово! Теперь это наша секретная площадка! Звучит здорово! Не думаю, что это подойдет. Это точно. Давайте сделаем все так, как было прежде. Как было раньше? Да. Если мы тут приберемся, площадка снова станет классной. Отличная идея. Маленьким автобусам понравится. Тогда начнем. Точно. Так. Всю ночь Сетью, Пэт и Билли работали над детской площадкой для маленьких автобусов. Мне скучно. И мне. Может, заедем на площадку? Я был там утром, она еще закрыта. Я так больше не могу. Давайте проберемся туда. Ребята. А я имел в виду... Хотите увидеть что-то интересное? Что-то интересное? Маленькие автобусы и Орешек едут за Сетью. Сюда. Хорошо. Так, вот и оно. Где мы? Поехали вниз. Сетью, подожди. Поехали. Ладно. Ух ты! Какая классная! О, мы все здесь. Привет всем. О, Пэт, Билли. Что происходит? На этой секретной площадке мы играли, когда были маленькими. Мы снова нашли ее для вас. Правда? Ну, да. Как она вам? Потрясно! Я даже ничего не знал об этом месте. Вы можете играть здесь сколько угодно. Спасибо! А это что? Это... Давайте я покажу.
Покажешь, Пью? Да. Но я давно не практиковался. О! Так, поехали. Как весело! Дай-ка я попробую. Я тоже хочу. Давайте сыграем в догонялки. Мы так давно не играли. Давай. Лови меня. А? Эй, Пэт, стой. Никогда не видел Пэта таким. И Билли тоже весело. Как и Сидию. Мы с вами. Место из детства Ситью стало новой площадкой для маленьких автобусов.